Всем большой привет! А вот это наши кокошата. Их постригли сегодня, помыли. Ушки почистили, зубки почистили. Смотрите, какие они красивые. Ногти им постригли. Они только у меня мерзнут все, потому что волос нет. Теперь им холодно. Вот они какие у меня классные теперь. Смотрите, какие банданы им дали классные. Ну что, начинаем. Прежде чем начнем, я, наверное, думаю, что вы заметили, теперь у меня сзади по множеству ваших заявок не просто стена с гвоздем, а стена вот с таким вот, с такой красивой картиной. Посмотрите. Это Nylon City называется. Мне напоминает это Нью-Йорк, ночной Нью-Йорк, огни, вот это все вообще классно, классно. Она огромного просто размера, вот она я, вот она картина, то есть она вот всю эту стену. Но когда мне будет придется делать фотографии, я буду ее снимать. Заказала я эту картину на сайте, который называется Tailored Canvas. Там можно выбрать любой принт, который вы хотите. У них там есть всякие разные дизайны и, конечно же, размер. Я специально заказала себе большой размер, чтобы как раз-таки это было на всю эту стену. Вот смотрится очень-очень красиво. Если посмотрите, вот она, стена заканчивается там. И вот здесь как раз-таки размер моей стены. Я вообще довольна. И заходите на сайт тоже, посмотрите, может быть, вам тоже что-то понравится. И я оставляю свой промокод на скидку 15%. Так что заходите и смотрите. Называется сайт Tailored Canvas. А мы переходим с вами к обзору барахла. На этой неделе я была на свалке в субботу, и в воскресенье я была в обычном секонд-хенде. У нас будет с вами на этой неделе два обзора. Первый обзор — это будет барахолка, который я покажу вам сегодня, и второй — это будет обзор секонд-хенда, потому что вещей достаточно много, и я не хочу вас, как говорится, держать здесь по часу. Так что начинаем. Это у нас все, что показываю, с барахолки. Нашла вот такие вот пару футболок от фирмы Bob Marley. Размер 2 extra large. И я уже эту футболку продала. И сегодня буду после нашего видео ее отправлять. Продала ее за $10. Мне, в принципе, было не жалко. Еще одна футболка тоже от такой же фирмы, Bob Marley. Я взяла на пробу вообще. Я взяла на пробу, я такого ни разу не продавала. И как я вижу, что я вчера эту футболку вечером выставила, сегодня днем она уже продалась. Даже я продала ее... Окей, за $10 я ее продала. Минус там около, наверное, $2 фи. Минус доллар за я за нее заплатила $7. С нее я заработала. Совсем неплохо. Тем более такая быстрая продажа. Так, здесь у нас джинсы от фирмы Diesel. Мужские. Вот как называется дизайн, товар. Дизайн, товар, тахар. Я не знаю, что они как получаются, как skinny slim jeans. Вот таким вот образом сзади сделаны мужские. Немножко вот здесь вот прошворканные. Я их стирала. Они были еще хуже. Вот все, что мне удалось отстирать. Но в любом случае, да, здесь написано Diesel. Я их выставила примерно за... Если не обмануть, то мне 49 или 55. В общем, в этих пределах. Вчера я нашла фирму, которую я давно хотела найти. И ни разу у меня этого не получалось. Эта фирма называется Alpha Lad. Я очень давно, много-много лет назад смотрела одного блогера, как зовут, я его не помню, но фамилия его Гузман. Он живет в Техасе, у него, знаете, свой джим, свой... То есть я начинала смотреть, когда он только начинал. Он просто очень сильно любил, знаете, делать воркаут, участвовал во всяких соревнованиях. И сначала он открыл свою вот эту фирму, то есть это его фирма. Вот как раз-таки спортивная одежда вот такой вот. И у него был свой YouTube-канал и маленький тренажерный зал. И сейчас я смотрю, мне кажется, это лет 5 назад было, у него огромный просто тренажерный зал там. У него вот эта компания настолько, она выросла, что она стала круче, побьет всяких, знаете, лулулемонов. И цены тоже достаточно дорогие. То есть вот такой вот обычный спортивный бра. То есть они, в принципе, все шьются, наверное, на одной и той же фабрике. Но вот прям хорошее, качественное чувствуется. И мне нравится, что он даже вот такие детали, даже вот лого, посмотрите. А новая такая стоит примерно $70-80, мне кажется. Я
выставила ее за примерно 30-35 долларов, если мне не изменяет память. Далее нашла Express Jeans. Это мужские джинсы. Express Jeans. Таким образом они сделаны. Это они здесь не мятые, они специально так задуманы. И называются такие джинсы Roka Slim Fit Straight Leg. Я их выставила примерно за 19-20 долларов. Так, вчера мне реально повезло, я нашла две вещи от Lululemon. Первую вещь я нашла в барахле, когда я только зашла, в самом первом бине со вчерашнего дня, мне кажется, он был. И потом уже нашла вторую часть, майку. Одного и того же размера, так что, возможно, что-то один и тот же человек. То есть они просто вот так вот валялись, но они были вывернуты, поэтому лого никто не видел. Это, получается, у нас вот такие вот капри леггинсы. Здесь вот такие вот швы. Это размер 6, вот она, лого Lululemon, и это у нас такой фиолетовый цвет, в отличном состоянии. И нашла точно такую же майку, тоже 6 размера, тоже так, вот прям точно такого же цвета. Я думаю, что это, скорее всего, что один владелец. Вот она так спереди выглядит, и сзади вот она, ваша лого. Леггинсы я выставила примерно за 35 долларов. Майку я выставила, думаю, долларов за 20, может быть, 25. Точно уже не вспомню. Это мой свитер. Я его просто вчера разбирала в свой шкаф и забросила тоже сюда, потому что я хочу его продать. Потому что он мне надоел. Это свитер от фирмы Zara. Так, нашла вот такой вот непонятно что. Это капюшон. А вот, это Торит. Размер 2. Вот такой вот худи. Спереди у вас есть карман. И вот так у вас выглядит сзади. И, как, конечно же, капюшон. Это я еще не выставила. Но долларов за 20, я думаю, можно это будет выставлять. Так. Это у нас что? Новую фирму я взяла попробовать. Называется South Pole Collection. Размер 36. Это мужские cargo shorts. Такие шорты. Шорты 100 карманов, как я их называю. Взяла их на пробу. Не знаю, примерно, думаю, долларов 20-25 за них буду просить. Так, здесь у нас Style & Company Extra Large. Обычно я такую фирму не беру, но я решила взять вот это, потому что мне понравился такой стиль. Чем-то мне напоминает Lucky Brand. Много я с этого не заработаю. Думаю, долларов за 12-15 я смогу это продать. Так, следующая фирма, которую я тоже давно искала, никак мне не получалось ее найти, это называется фирма Adriana Goldschmidt, или просто сокращенно AG, Adriana Goldschmidt. Смотрю разных реселлеров, они все это подбирают и говорят всех, кого я не смотрю, что они, вот эта фирма у них очень хорошо продается и достаточно быстро. И наконец-то мне удалось найти что-то от этой фирмы. Это белые вот такие вот джинсы, то ли леггинсы. Я их уже постирала, но вот здесь вот есть розовое такое пятно, если вы видите. И я его буду пробовать вручную оттирать средством своим волшебным. Так, дальше. Это Abercrombie & Fitch размер small. Такая вот замечательная безрукавочка, блузочка. Вот такая простенькая, долларов за 15 такой можно выставить. Нашла пару вещей от фирмы Velvet. Эта фирма продается в магазинах, такие как Nordstrom, Small. Мне нужно это отпарить будет. Я постирала, но она почему-то до сих пор мятая. Такая вот тоже без рукавов. Взяла на пробу такую фирму. Такое я еще не продавала. Здесь у меня Texture and Treat. Texture and Treat. Там сайт. Madewell. Размер medium. Вот черная. Так, сейчас у меня вот такая стопка здесь будет. Уже, думаю, на пол можно бросать. Так, заметила дырочку, блин. Жалко, что на барахолке нет вот такого круглого света, которым видно просто абсолютно все. Ладно, все, дальше идем. Дисней. Такая вот детская, думаю, футболка. Хотя, возможно... Нет, это не детская, это женская, размер small, вот с такой вот белоснежкой взяла. Еще одна вещь, тоже от этой фирмы Velvet. Такая же, та голубая, а вот эта красная. Хотя, возможно, они отличаются немножечко дизайном. Да, немножко по-другому. Так, это что у нас?
Это Lane Bryant, размер 18-16. Эту фирму я брала один раз, тоже вот такого большого размера, и она хорошо у меня продалась. Не за много денег, тоже буквально там за 12-15 долларов, но продалась достаточно быстро. Поэтому я решила взять вот такую вот блузочку. Еще раз показываю фирму Lane Bryant. 18 размер хороший, и попробовать посмотреть, как она продастся. Здесь у меня LL Bean, размер extra large, 2 extra large даже. Вот такое ощущение, что спереди лен, если вы приглядитесь. Хотя сзади тоже. Но он отличается. Я думаю, что это лен. Возможно, что сзади немножко примесь, знаете, льна и хлопка, а спереди точно лен. Давайте посмотрим, чтобы точно быть уверенным. Сейчас я вам скажу. Нет, все лен. 100% лен. Обалденная вещь. Двойной экстра лач. Как раз вот на такую нашу погоду. Флоридскую. Так. Denim and Supply Ralph Lauren. Вот одна из фирм, которая тоже хорошо продается. Обратите внимание, на ее мужские и женские вещи есть. У них вот отличительная черта, что у них постоянно какие-то цветы, даже мужские рубашки с цветами. Это вот такая вот блузка, она получается как укороченная краптап. Краптап. А вот это все идут у вас рукава. Вот они, рукава. Ну, она такая, я даже не знаю, как ей объяснить. Вот она как такая цыганская, что ли. Не знаю, посмотрим. Ну, такой долларов за 25-30 можно выставлять. Дальше еще фирму взяла на пробу. Называется Buffalo David Beaton. Скорее всего, что я неправильно прочитала. Такой вот мужской свитер. Он 100% хлопок. Здесь вот написано что-то. Видимо, их лого, логотип. В отличном состоянии такой вот замечательный свитерок. Не знаю пока, сколько буду продавать. Потом вам обязательно расскажу. Так, фирма, которую я постоянно подбираю, Knox Rose, вы знаете уже, размер large, такая вот блузочка. Далее, это Патагония, я находила это на прошлой неделе, но я вам не показывала. Патагония, вот такая вот жилетка. Здесь написано Патагония, но вот здесь вот, сзади есть буква T, я думаю, что это, видимо, какая-то компания. Это их логотип или я не знаю, что точно. Вот. Ну, что самое-то главное, находка вчерашнего дня, это 2 евро монетка я нашла, я дала Кэтрин на сохранение. Так, нашла вот такую вот кепку от фирмы LL Bean. Написано Maine, штат Maine. Фирма это Richardson. Я ее постирала, но она, мне кажется, еще не высохла, поэтому она такая, как, не знаю, нужно ее, видимо, поносить немножко, чтобы она это придала форму, скажем так, вот, вот как мне в шапке, да не нравится мне в шапке, как я себе выгляжу, не знаю. Так, это у нас моя любимая фирма, Tommy Bahama. Релакс. Обожаю их фирму. Вот эти мужские вещи у них обалденные просто. Женским не так часто им попадаются мужские. Это 100% лен. У них материал тоже. Знаешь, как вот мне нравится женская, допустим, Эйлин Фишер, а мужское для меня, наверное, с Эйлин Фишер это Tommy Bahama. Потому что у них материал тоже вот этот лен, шелк. Вот такие вот качественные, хорошие материалы. Вот, допустим, эти шорты. Это 100% лен. Вот здесь у вас есть маленькое лого с рыбкой. Обожаю просто эту фирму. Вот. А, кстати, сегодня... Нет. А, я сейчас вам покажу. Я еще нашла одну рубашку от Tommy Bahama, как раз-таки шелковую. Нашла вот такой вот свитер. Он винтажный. Fort Lauderdale. Это город, который находится 15 минут езды от меня. Может быть, даже 10 минут. Это винтажная вещь. Здесь написано Dallas, Alice... Размер один, но это, в принципе, не важно. Это 100% хлопок. Такой винтажный свитерок. Думаю, за 30-40 долларов такой можно будет выставлять. Так, вот это вот крутая находка вчерашнего дня. Ну и в ней есть минус. Это
Эд Харди. Вот такие вещи, я вам уже говорила. Вот она называется. Помню, кто-то писал, женские не продаются, футболки и так далее. Вот именно вот какие-нибудь такие необычные вещи какие-то. Худи со всякими вот этими логотипами. Особенно с вышивками очень хорошо продается. Я уже 2-3 продавала. Вот это вот как раз-таки вот у вас есть спереди. С каждой стороны вот эти всякие разные логотипы. И на всю спину. Эд Харди. И вот такой вот череп. А значит, минус этой вещи в том, что здесь нет вот этого замочка. Но я выставлю ее в любом случае и просто напишу, что продаю вот с дефектами. Потом вот здесь была дырка. Я ее зашила. Рукодельничала вчера, как говорится. Я хочу ее выставить, я думаю, долларов за 45. Так, это что у нас? Это с прошлой недели, тоже я не показывала. Max Jeans. Такая вот мото-джакет. Стирала его. Думаю, что он не уменьшился. В общем, такой вот мото-джакет. Надо его отпарить, чтобы он пришел в себя более-менее. Так, это у нас что? А где у него, кстати, Tommy Bahama рубашка? А, все, вижу я просто пару пакетов. Это тоже с прошлой недели, это ASOS Design. Пришла вот такое вот платье. Получается оно как мини-дресс. И вот такие у вас рукава. Рукава такие называются, как балан, наверное. Очень классное платье. Я думаю, такое долларов за 20, за 25 я дам. Так, это здесь мои вещи. Я вчера разбирала шкаф, накидала какие-то свои вещи, которые не хочу, тоже буду их продавать. Какие-то вещи вообще выбросила. Так, вот такой вот блейзер замечательный, 100% шерсть. Это у нас Banana Republic. Да, Banana Republic. Это размер 14. И вот такой вот женский блейзер. Просто он черный у вас. Таким вот образом спереди он выглядит. И вот. Почему рукавами коробки? Или они так задуманы, в принципе? Очень странно. Не знаю. Не знаю. Так. Говоря о Tommy Bahama, вот эта рубашечка Tommy Bahama. И здесь у нас идет уже, да, 100% шелк. Нашла на свалке барахолки вот такую вот крутую рубашку в стиле опять-таки Гавайи, остров, и, ну, все в ихнем стиле, в стиле Tommy Bahama. Сейчас, что у нас сейчас, февраль, до сих пор, я знаю, да, люди на лыжах еще катаются, зима, в принципе, но я уже начинаю, как говорится, закупаться, готовиться к весне, к лету, так что уже Tommy Bahama с рубашки, Tommy Bahama шорта, само то. Так, здесь у нас винтаж, фирма называется United Knitwear Company. Это 100% шерсть, и это сделано в Скотланд. Такой вот кардиган. Размер я почему-то не вижу, но примерно размер medium, я бы сказала. Кэтрин вчера где-то здесь увидела какую-то проблему. Какая-то... А, дырочку. Вот. Но это без проблем, я смогу это изнутри зашить. За сколько выставлять это, я еще не знаю, но я думаю, долларов за 30. Винтаж. Хорошая, качественная шерсть. И последняя вещь. Со свалки барахолки. Это вот такой вот крутой платок от моей, еще одной моей любимой фирмы, которая называется Desigual. Desigual. Я когда нашла этот платок, я даже не видела еще название фирмы, но вот по принту я уже знала, что это Desigual. Я схватила и сразу же бросила себе в сумку. Это, я думаю, что можно, как, знаете, пляжная обвязаться, как-то полотенце такое легкое. Может быть, себе такое вставить? Накидку. Очень классная вещь. Возможно, что я оставлю эту вещь себе, она мне нравится. Вот. Все, я смотрю вокруг, может быть, я что-то нашла и где-то поставила, забыла вам
показать. Но нет, вроде бы я взяла, нашла все. На сегодня все. Вот такой вот обзор находок со свалки-барахолки. Следующее видео будет, не пропустите, обзор с секонд-хенда, потому что я только что туда приехала, и мне реально повезло. Я нашла бренды, которые просто я давно искала. И в количестве... Один бренд я нашла в количестве 3 штук. Я такая довольна была вообще. В общем, увидите потом все видео. На сегодня все. Пока-пока. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал, если вам интересно. Заходите на сайт канвасов, выбирайте себе тоже красивую картину. Смотрите, как классно. Мне нравится вообще. Мне нравится эта картина. Напишите, как вам картина. Если вам интересно, переходите. Все ссылки в описании. И 15% скидка.